Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы изготовим вот такую замечательную птичку. Для этого нам понадобится картонная втулка, краски, кисти, ножницы, фломастер и клеевой пистолет. Приступим. Втулку сворачиваем, прижимаем с одной стороны вот таким способом и с другой стороны вот так. Теперь вот эти уголки нам надо отрезать. Из одного уголка мы сделаем клюв. Теперь надо проклеить эти места сгиба. Для этого воспользуемся клеевым пистолетом. Только, ребят, аккуратно. Для этого надо пригласить родителей. Проклеиваем одну часть, которая у нас на сгибе. И другую часть, которую мы тоже согнули. Будьте аккуратны, пистолет горячий. Так, затем вырежем клюв из тех обрезков, которые у нас остались. Вот такой небольшой треугольник. Тоже приклеим его. Так, теперь мы раскрасим нашу птичку. Для этого нам нужны кисти и краски. Берем кисточку широкую и раскрашиваем птичку. Я взяла гуашь, можно использовать акварельные краски. Любого цвета. Так, птичку нашу мы прокрасили, теперь она должна высохнуть. Так, нашей птичке добавим крылышки. Для этого возьмем кисточку потоньше и белую гуашь. И нарисуем крылышко с одной стороны и крылышко с другой стороны. Так, теперь глазки прорисуем этой же кистью, но возьмем уже черную гуашь. С одной стороны и с другой стороны. И добавим на крылышко немного перышки. Вот так прорисуем. Все, птичка наша готова. У меня она получилась вот такая. У вас, я думаю, получится еще лучше. На этом я с вами прощаюсь, ребята. До свидания.